еще один. Кстати, вы же тоже это из агроуниверситета. Обижают нас, Сергей, обижают. И уже вам плачет. Ведь вы же вроде бы как это, из их рядов. У меня друзей-то из высшего общества, только вы, да, это. Да еще несколько человек, включая это, Савинич. Обижают, жалуюсь. Мезенов. Ну, это, проезжаю в Вологду, весной не пахнет. Выходит я южанин. Напоминаю, Олег Олегович Мезенов, шофер-дальнобойщик, от которого уже сейчас пользы больше, чем от института, который находится в Брянске. Вот, который я бы директором туда назначил, быстро бы там чувство всех привел. Я с таких людей сравниваю с этим, с партизаном, который, этот самый Ковпак, который был бухгалтером, а стал национальным героем. Вот это, да. Пока не было войны, так бы этим бухгалтером бы и умер. Так и Мезенов, так и будет это. Отдай ему волю, он с этого института такую конфетку сделает. Там, где, сами знаете, работают люди, я их называю неадекватными. Искалечить черешню, а потом ждать от них результат. Еще вопрос заказал, это Виктор. У вас в этом году черенки черешни бодро, но привить пока некуда. О, подвой еще тонкие. Расскажите технологию прививки почкой. На что привить, какую часть подвоя? Я один раз в жизни привал почкой. Это было тогда, когда мне нужно было спасти несколько черенков редчайших. Сейчас даже не помню, какие. Вот. И я привал почкой, по-моему, в сентябре. Мне получилось как? Половина мертвых, половина не просто прижились, а еще и пошли в рост. То есть они выбросили вот такие побежки. Это был единственный опыт. Он отрицательный, потому что зимой эти побежки все погибли. Они не должны были осенью проснуться, а сидеть себе и ждать весны. Ну, почкой, знаете, есть такое понятие. Почкой, окулировкой, щитком. Это все одно, один хрен. Очень удачный способ. Практически 100%. Им легче заниматься. Я когда делал 100 прививок, страшно уставал на коленях. Страшно уставал делать прививки лучше копулировкой. А мой друг, подчеркиваю, чуть ли не единственный, кого другом называю из ученых, Скобилов Турсун Пулат, тот самый Баканский кандидат науки завлаб, вот, он мне рассказывал, у него личный питомник, а иначе хрен выживешь. У него будущее завлаб, он 15 тысяч получал. Ну, как в других местах уборщицы. Понимаете? Вот, и он тогда, он выращивал лично саженцы в питомнике. Он говорил, я вот этим самой почкой прививал на пару с женой. Мы в день делали, говорит, по 600 штук, по 600. Вот там действительно можно, вот. Весна, она же короткая. Вот. А вообще агротехника прививка почки описана капитально. Вот уж единственное, тут да, тут не отнимешь. Все, включая там Мичурин, не Мичурин, все это знают, все это умеют, ничего хитрого тут нет. Вот. У меня, еще раз говорю, половина пошло, но пошло еще и почки проснулись. Значит, я сильно рано, я не пошел в рост, надо было чуть позже. Точное время я не знал. Может быть, весна была сильно затяжная. В общем, я это все дело погубил. Они пошли в рост осенью, а будучи вот таким слабеньким, они за зиму просто замерзли. Потом Елена Александрович привозила еще раньше, это считайте, чуть ли не в середине лета, с листьями тоже сорта. Мы их так уже формально привили. Я знал, что они пойдут. Несколько движений, ничего не будет. Вот, они практически все мертвые, я, правда, все так и не проверил. Потому что я отрицательно отношусь к прививке почки. А ваш случай, да. Но тут как? Получается в ваших словах противоречие. Черенки подвое тонкие, а на такие тонкие почка не привается. Обычно вот начинаю вот от таких и больше, чтобы почка нормально прижилась. А у вас черенки тонкие. Вот тогда сделайте так. А, вы уже заказали черешню, уже поздно. Они всегда черенки черешни бодро, очень мясистые. Вот. Постарайтесь, если у вас как-то у самого низа, может быть, вам удастся найти, чтобы хотя бы один к одному были по этому, по толщине. Жалко. Куда еще? Поищите это тогда временно место для черенков.
допустим, скелетной прививки вишни. Может быть, удастся так закрепить. Хотя бы закрепить. Вдруг он больше никогда не будет. Я звонил сыну этого Боднара. Нет, он не отказал. Он вообще ничего не сказал. Так. За науку благодарствую, Татьяна, спасибо. Валерия Тула. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Вот странно. Семечки ваших груш яблок заложены в сертификацию 15 января, до сих пор не проклюнулись. А, это вы закладывали? Я закладываю еще позже. Я закладываю в феврале. А говорили, что период сертификации 2 месяца. Видимо, пока сидят, ждут сигнала. Да, они ждут сигнала природы. Они для них вот сейчас только закончится февраль, март, на улице еще это, не весна. Вот. И, скорее всего, они не взойдут, пока вы их не высадите прямо в это. И у яблони, у груш очень высокое это. Чтобы не взошли после сертификации груш и яблони, мне вообще такое не знакомо. Пока не переживайте. Пройдет, у вас в Туле уже сейчас вот-вот весна. У вас, правда, зима задержалась, это было. Вот. Но как только земля оттает на полстека лопаты, сразу высаживайте. Прям спящие. Все многие ждут, что в холодильнике взойдет, а потом буду садить. Это ошибочное мнение. Не ждите. Вот. Другое дело, это, когда прогретая грядка, воля. Все получится. Так, все, друзья, мы сегодня закончили. Мы сегодня закончили. Ох, опять шашкой махал. Но тут уж я не виноват. Из-за Латинкова надо было заступиться. Вот. И брата нашли себе это самое. Мальчика для битья. Я ему говорю, Юра, за нашими плечами абрикосовые сады. У них есть сады? А он отвечает, они сказали, что у них есть яблони. Да яблони, еще раз говорю, ткнул палку. Берете ветку от яблони, отрезаете, палку ткнули, дерево готово. Еще и за плодоносит. Сравнили яблони с абрикосом. Вот я ему совет давал, когда он первый раз сказал, что он с ними связался. Жестко, четко. Сада нет, значит, вы не учителя. Как ему ответить на этот вопрос? Может, и правда, хотя бы немножко тон сбавит. Все, друзья, до свидания. Мы закончили. Антон Валерьевич, если вы еще слышите, пожалуйста, пришлите мне ссылку. Вот. Ну, а это, брата прошу, ты уж там сильно их, конечно, не это. Я их, по-моему, за нас двоих сегодня выдал, этим Ольгам, Тимирязевцам. Точно дождутся, что Тимирязевку закроют. Ну, как можно было бы закрыть? Я там был. Мы сфотографироваться, вишню искали 10 минут. Обычно вот с такими плодами. Чем хвастаться дипломом-то? Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Сходите к этому самому, к вашему ректору, проректору по науке. Есть же спасение, еще продержаться 3 года, а через 3 года кто пустит бульдозеры по этим самым? По абрикосам вот по таким. Всего-то 3 года надо. Начиная с косточки, которых у вас еще и нету. Но саженцы продаете, это вы молодцы. Как вас этот самый сайт-то позорит, а? Вы же саженцами торгуете. Как он вас позорит? Все, друзья, до свидания. Спокойной ночи. Надеюсь, что в следующий раз там много интересных тем. Мы не дошли до них. Ну, успокоимся. Латинкова мы не забудем. Лишь бы его только наука не забыла. Вот здесь вот так же, как я нажимаю каталог семян, каталог Сенков. Вот. Мы свои деньги не берем, не. За просмотр. Посмотрите и все, и забудьте. Нету никакого этого. Сада Железовой. Нету сада Латинкова. Вот. А если хотите иметь такой сад несуществующий, вот нажимайте семена, черенки. Пожалуйста. До свидания, друзья. Я отключаюсь.